мы сюда ехали, получается, почти трое суток. На подъезде сюда мы перешли четверо постов, по-моему. Пять постов было с остановкой, с показом документов. И сейчас мы прослушали сообщение человека, который проехал уже, это было буквально день назад. Их развернули в 100 километрах от этого места, и мы считаем сейчас, что нам очень повезло. То есть, находясь в этой пробке, мы действительно считаем, что нам еще повезло. Вы тоже из очереди? А? Тоже стоите? А мы не стоим, мы пешком идем. Нас привезли, но там оставили. Мы не бежим, но получается, что бежим. Потому что если сейчас не получится, то, боюсь, потом уже не получится точно. Ну да. Вот. У нас законы пишутся и меняются очень быстро. Хотелось бы на тех условиях, которые сегодня, успеть отсюда выехать. Потому что дорога длинная. На дороге стоим, кушаем, кофе пьем. А вы сколько стоите уже здесь? Здесь второй сутки.